Ой, мою красивую. Ай, мама. Ой, мою красивую. Ой, красивая. Ой, два бабушки колеса. Ты пришла, Васика, валяйте. Видишь, как с носиком хорошо. Ой, как тепло, как у мамы в животике когда-то. Как у мамы в животике в воде. Ой, мои нозы такие. Это можно с ума сойти. Это можно с ума сойти. Эти мозги только эти мамы любимые. Ой, как приятно! Ой, как приятно! Ой, как хорошо становится! Ой, как хорошо! Эти нозики! Позел мой! Все, сейчас бабушка быстро головочку помоет. Так, Мася, когда все уходят, я тоже так сажусь, ты меня тоже правой будешь. Сейчас. Я тоже хочу, я тоже грязный. Мне нравится. Смотри, Лилечке нравится, мне так понравилось. Нет, мне не нравится. Вот это ей не нравится. Ну все можно делать. Что не нравится? Головку протирать? Голову не видно, волосы, знаешь, как бы. О, и даже сзади мы возим сегодня. Сегодня мы возим везде. Сегодня мы возим все. Девушки красивые, закроем все, не попало. Скажите, а может быть стоит там ватку или что-то в ушки ставишь, чтобы вода не опадала? А мы стараемся. Мы стараемся. Ну что-нибудь. Юля моя. Так. Она на секунду дай мне внутри. Тут люди с экспириенсом вот. Вы знаете, что она смотрит прямо в фотоаппарат. А теперь ты будешь делать вот так. Готовая актриса. Конечно. Так. Okay. Я язык показываю. А, ну, естественно, она всем зрителям дома показывает язык. Говорит, смотрите, как у меня язык. Смываем головочку. Мася, ты заметила, что я не сглазил? Ничего, потом, когда положим ее. Ты заметила, что я не сглазил пока? Мариночка, чуть-чуть подвинься солнце. Все. Давай. Так, ну давайте покажем всем, кто сегодня, кто у нас на второй ванночке присутствует. Давай. Один наблюдатель. Ой, мое солнце. Ой, как приятно, да, мама? Все, мы сейчас заканчиваем процедуру. Мы сейчас заканчиваем. Мы Сенечку мою родину. И я здесь был. Это может с ума сойти. Это мой а спинку, ты хочешь, чтобы я ее подержала, может быть, подержать ее вот так вот, ты быстренько и спинку просто а больше положишь, не надо. Осторожно, Жень, не надо спинку. Жень, ты хочешь, чтобы я Жень, не надо. Все, быстренько все приготовлю, забери. Я могу. Ай, как быстро. Сейчас она скучает за ванной. Ты держи вот это. Сейчас ее смелее завернем, а то мы тогда подчинялись ее капризам. О. А сейчас она великолепна. О. Так, давай быстренько сухой, чтобы я личико вытерла. Вот эти вот, чтобы я вытерла ротик. Сейчас она да. Где моя красавица? Слушай, в этот раз ей понравилось даже в этой ванночке. Ну, мы же по-другому уже сделали. Во-первых, она не сонная, так и была, я тебе скажу, что мы ее тогда разбудили, она как с корабля на бал была. И вообще, скажи, раз не приходится. Не, просто в этот раз, мне кажется, больше воды было, ей теплее было. Конечно, мамочка. Мы тоже учимся, да, мамочка? Скажи, я вас научу, как правильно купать. Слушай, Мариси, можно ли в этом момент сало сюда естес, у бабы нету посуды естес. Нету, мам. Нету. Так, куда? Нету, мой солнце. Ой, как хорошо. Ну что, бабушка Женя, пару слов? Тем... Бабушка Женя думала, что она такая уставшая к вечеру. Какой уставшая. Вот это вот снимает и усталость, и боль, и все. А что, она омоложает? Эликсир молодости? Эликсир молодости. Потому что мы же вспоминаем нашу молодость, как мы держали когда-то молодость. Какие мы бабушки, скажи? Молодые бабушки. Да. Да, мамочка. Ты мое солнце. Сейчас мы будем ее растирать по-новому этим
baby oil. Домочка, домочка, все. Сейчас я тебя вытрумаю. Сейчас я тебя. Ну, о. Ты лицо пятала, Мариночка? Ты же и сделала. Да, я уже забыла, что я делала. О. Ой, она истит. Ой, она истит. Ой, она что-то истит. Давай за ушками теперь, чтобы так это было сухенько. Ой, а где впервые носилась-ка? Где носилась-ка? Ой, мы сейчас будем капризумничать. Да. Ой, я уже чувствую. Никто не будет, у нас хорошая девочка. О. О. Не, мамочка. А теперь шеечку надо. А что там мама делает? И вот так вот. Мама, а что ты делаешь? Ну, шеечку. Я выжимаю последние соки. И под мышками. Ну, мама, ты нам скажи пару слов. И под мышками. I'm speechless. Так ровно два слова. Три было. Три слова, да, извини. Что хочу сказать? Я хочу сказать, что я хочу набираться опыта, чтобы тоже так ребенка купать, чтобы он не кричал. Да, потому что это такой опыт, а просто ребенок какой-то. Это Софию купать? Это да. Да, она просто решила нас порадовать. Я готов, я тебе говорю, что я готов. Так, Мариша, теперь ты мне нужна будешь. Доча. Окей. Все. Пару слов издан. Да. Так. Так, что я хочу сделать? Это только ручки и ножки, это ойл, а все тело это. А, да? Так, да. А теперь, господа, начинаются интимные процедуры, и камера выключается.